уже ранее, давненько у нас не было рэпа. А тем более... И вот он теперь есть. Да, не холодного, но из холодной Якутии. У нас в гостях Павел Щур. Доброе утро. Всем привет, доброе утро. Или можно просто Щур? Можно просто Щур, да. То есть такой никнейм. Ну да, 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 можно. Можно и так, и так. То есть те, кто знают ваше творчество, они знают вас под именем Щур, да? Да, ну здесь подразделение идет на то, что Павел Щур — это более, то есть, так сказать, спокойные, добрые песни, то есть, а Щур — это уже более... А, даже вот так, да, есть? Да, да, такое разделение. Ну, вот у меня тут написано, что щуры — это певчие птицы, обитающие в холодных местах, зачастую в тундре. Да, они в Красной книге, все верно. Это вот связано с этим? В честь, да, них. Да, да, в честь них. И вы родились в Якутии? Да. Сейчас в Новосибирске? Да. Каким образом не это получилось? Не родился, а живу. Ну, в Новосибирске. Из Якутии, да. Как вы к нам попали? Да. А, значит, ну это долгая история. И как давно? 2 года. Ага. 2 года уже как в Новосибирске. Ну, у нас же теплее, да? Ну да. Хоть кто-то нам может сказать такое, да? Здесь потеплее, да, значительно. А с чего началась любовь? Ну подожди, ну давай узнаем, как человек переехал из Якутии к нам. Да, хорошо. Да как, раскладушку взял да приехал, нет? А мне вот интересен сам процесс. Ну это из-за того, что у меня есть сослуживец, который жил здесь, в Новосибирске, он меня к себе позвал. То есть у меня был выбор или поехать после службы в Москву, или в Новосибирск. После армии? Да. И вы выбрали Новосибирск? Я выбрал Новосибирск. Не Москву? Нет, ну сейчас уже как бы думал о Москве, конечно. Но начинается. Короче, вы продлили себе удовольствие. Так надо было сразу, ну ладно, чего уж надо было. Используют наш город, да? Как трамплинчик. Да. Ну и правильно. Протоптанная дорожка. Надо здесь поднимать историю, понимаете? Ну поэтому сейчас мы и думаем о том, чтобы сделать вот концерт и поднимать историю здесь. Да, у вас презентация скоро альбома, да? Да. Илдархан называется. Да, все верно. Ну давайте вот сейчас о том... Про рэп. Про рэп, да. С чего начиналась любовь к рэп-музыке? С того, что просто писал, пробовал что-то делать. А что слушали? Какую музыку слушали? Рэп. Такую? Ну да, да, я рэп сам слушаю. Какого возраста пишете? Nori by Nature, там, я не знаю, Redman, что, Snow, ну, Tupac, Dr. Dre. Я вот, кстати, то есть... я наоборот такой, что или уже Eminem. С русского, там, с Bad Balance, с Legalize, Bad Balance, да, то есть с таких начинал. Так, а они-то с чего? Они-то оттуда ну, начинали? Ну, они оттуда, да. Ну, нет. У меня немножечко по-другому. Нет. Для меня рэп, вот, внимание. Вот это рэп! NWA, да. Да, да. House of Pain, Jump Around, да? Ну вот, вот это для меня рэп. Ну, как бы... А что для тебя не рэп тогда? Напрашивается вопрос. Ну, я на самом деле не хочу никого обижать, поэтому я промолчу. Вот, а вот давайте лучше Павла спросим. Давайте. Что нравится и не нравится в русском рэпе? В рэпе на русском, да. Не нравится то, что есть очень сильное разделение сейчас между школами, так сказать. То есть новая школа и старая школа, нет какого-то объединения. То есть если раньше была какая-то, так назовем, определенная мечта общая, то и русская мечта, так сказать, то сейчас уже каждый сам за себя, и это очень не очень хорошо получается. Старая школа, вы имеете в виду каста? Ну, вот что-то вроде того, да. Ну, это как именно стилистика, то есть не берем конкретных персонажей, потому что сейчас и каста делают в новой школе. Ну, конечно, конечно, тот же Баста. Да, да, он тоже ушел уже, да. Поэтому... Я когда услышал «Медлячок», я подумал, что это песня «Руки вверх», но как бы никак не. Но это не новая школа, да, это больше уже коммерческая. Это попс, да. Я так понимаю, что вы не... туда не бежите, да? Ну почему? Мы вот этим альбомом сейчас хотим показать, что мы тоже можем. Что в Сибири есть люди, которые могут делать такой звук. Давайте тогда уже послушаем этот звук. Давайте. Да? Мы будем слушать трек, который называется «Моя Сибирь черновик». «Ода Сибири». «Ода Сибири». «Ода Сибири». У меня так подписано, да. Просто. Да? Ага. Хотя тоже название нормальное. «Моя Сибирь черновик». Мне кажется, мы сейчас черновик услышим. «Ода Сибири». «Ода да? Сибири». Да. Павел Щур.